В городе с гастрономическим названием Кушва в 6:45 утра, то есть уже сильно засветло, на улице Ленина, где, как известно из классики, зарубает время от времени, приключился летально-летательный замес, в рамках которого 20-летний бесправный пилот белого Mitsubishi Galanta под дождем на узкой улочке разогнался, прикиньте, до 170. Естественно, болид вылетел с трассы и правым, в данном случае водительским боком, налетел на дерево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства скончался на месте дорожно-транспортного происшествия от полученной травмы. Пассажир, который также находился в этом автомобиле на переднем сиденье с различными травмами, поступил в центральную городскую больницу города Кушва. Был ли галантный пилот набухан, это установит СМИ, то есть суд медисследования. А такая возможность теоретически существует, ибо ну почему-то же человек без прав под дождем разогнался до 170 с живым пассажиром на борту. Но, акцентируясь, накиданность юного пилота – это не факт, а предположение. Кто-то спросит, а за что его лишили прав-то? Может, как раз за пьянку? Нет-нет, его никто не лишал прав, просто он их ни разу не получал. 3 бриллианта купил, а на права не сдавал. По итогам этой смертельной аварии можно констатировать, как люто повезло обитателям вот этого полутораэтажного белого дома на Ленина 78. Если бы Галант вынесло чуть раньше, он бы мог воткнуться прямо в окно, может быть даже с жертвами и разрушениями. Но нет, кроме виновника замеса никто не погиб. А вообще гаишники отмечают, что за 2 минувших выходных дня в ходе антиалкогольных рейдов на дорогах области было задержано 98 пьяных водителей, 14 из них повторно, потому они попали под уголовку, и еще 24 пилота отказались от медосвидетельствования. Плюс к этому попались 78 рулевых, никогда не получавших права. Ну и в качестве контрольной цифры, за 5 месяцев этого года бесправные пилоты совершили 52 замеса, в которых 11 человек погибли и 55 травмировались.